Сейчас мы вам покажем паровоз-призрак, который расположен, который находится в окрестностях города Зестафоне. Посмотрите, рельсы начинаются, стоит паровоз, и рельсы заканчиваются. Этот паровоз с конца 19 века возил марганец из Чиатуры до морского порта в городе Поти. Старичок прекрасно сохранился, в идеальной форме, но о его существовании практически никто не знает, кроме местных жителей. Так что все любители железнодорожного транспорта могут съехать с дороги Зестафоне Сурами и провести уникальную фотосессию на фоне этого очаровательного паровоза.